Анамнез. На УЗИ обнаружили гипоихогенное образование с локусами кровотока 29 на 29 мм в левой почке и порекомендовали пройти КТ. По результатам КТ с почками оказалось все хорошо. Но так как присутствуют боли в левой части живота и под левыми ребрами ближе к позвоночнику, а на КТ помимо почек попали в поле видимости остальные органы, хотелось бы также узнать, все ли нормально, так как в описании КТ никаких подробностей по всем остальным органам нет. Описание представленных томограмм пациентки 1985 года рождения от 13 декабря 2019 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство с внутривенным болюсным контрастированием. При анализе результатов использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень размерами КК РПД 190 мм, КК РЛД 117 мм. Контуры печени четкие, ровные, нативная плотность неравномерно повышена до плюс 67, плюс 83 по Хаунсфилду. Желчные протоки не расширены. Портальная вена до 15 мм. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена размером 100 на 44 мм. С четкими ровными контурами, без RG контрастных очагов. Селезеночная вена до 7 мм. Поджелудочная железа обычных размеров. С четкими контурами паренхима диффузно неоднородна. Нативная плотность до плюс 44 плюс 65 Хаунсфилда. Герцунгов проток не расширен. Паропанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структурой. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Лоханки обеих почек расположены экстраринально. Размером справа 35 на 31 на 13 мм, слева 39 на 29 на 23 мм. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Убедительные КТ-признаки наличия объемных образований почек не выявлены. Обращают на себя внимание множественные мезентериальные лимфоузлы размером на 10 на 8 мм. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. При внутривенном болюсном введении контрастно очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паранхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Заключение. КТ-картина гепатомегалии на фоне диффузных изменений паренхимы печени и поджелудочной железы. КТ-признаки тенденции к формированию портальной гипертензии, мезентериальной лимфоденопатии, экстраринальное расположение лоханок почек. Рекомендована консультация терапевта. Врач-рентгенолог КМН М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники «Медиус», ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУ имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. По данным КТ в почках, как и во всей зоне исследования, патологических образований у вас нет. Лоханки почек у вас расположены по наружному краю почек. Это вариант нормы, который мог запутать врача УЗД. В то же время увеличена печень, изменена ее структура, как и поджелудочной железы. Несколько расширена портальная вена, вена, по которой кровь оттекает из печени. Только по данным КТ сказать о причине этих изменений невозможно. Вам нужно обратиться к терапевту, да, обследоваться. В первую очередь исключить гепатиты, явление холецистопанкреатита. Увеличение мезентериальных кишечных лимфоузлов может говорить о воспалительном, скорее вялотекущем процессе в кишечнике. На мой взгляд, с этим и связаны боли, которые вас беспокоят в левой половине живота. С этим тоже лучше к терапевту.